У меня к вам, дорогие друзья, шикарная новость. Вы сможете обновить свои старенькие часики, а также, если ни разу не покупали, купить новые со скидкой в 30%, плюс рассрочка и плюс еще промокоды, и это очень круто. Это все находится на моей полке в Яндекс.Маркете. Проходите, смотрите, что-то понравится, скачивайте. Вот эту цену, которую вы сейчас видите здесь, она первая, к ней прилагаются скидки до 30%, а также рассрочки и промокоды. Буду признателен, ссылка в описании, закрепленном комментарии. Так, ребяточки, всем привет! Что значит? Для того, чтобы снимать видео качественное, в хорошем разрешении, я себе где-то пару месяцев назад, может чуть больше, купил вот такую вот камерку Sony Alpha 7S или C, да. Ну и, естественно, для нее нужны всякие премодеры. Во-первых, объектив вот макро взял, потому что у них родной, который с ней шел, объектив, но не такой, который мне нужен. Далее, еще я взял сумочку специальную для нее, вот такую вот. Прямо Sony Alpha, там все дела. Сейчас покажу вам. Вот такая вот сумочка со всякими отсеками. Ну, мне нормально, короче. Ну и также взял решетку. И вот эту решеточку я вам сейчас и хочу показать. Решетка стоит 1733 рубля, как видите вы сейчас. Это то, что я самое дешевое нашел на Озоне, короче. Как бы у меня не очень с финансами на тот момент было. Думаю, ну что-то надо все равно, потому что к решеточке прилеплять аксессуарчики всякие по-любому надо. Так, ну вот такая вот пришла упаковочка сегодня. Шло, ну, где-то около месяца, да? Ну, сейчас вы точно видите на экране, сколько мне это шло. Вот так все написано. Made in China. Так, здесь сама решетка, как видите, нарисована. Ну и QR-кодики всякие и так далее и тому подобное. Более нифига тут интересного-то и нет. Открываем решеточку, коробочку вернее, и достаем решеточку. Здесь ключик и коробочка нам не нужна. Вот так решеточка вроде целехонькая. Так, еще снизу, видите, ключ стоит. Ну, выглядит, конечно, она прям клево. Прям вообще клево. Вот. Алюминий, металл. Прямо вообще классный метальчик. Вообще просто круто. Здесь прорезиненные подушечки. Снизу, сверху только. Снизу, вернее, только. Сверху нет. Ну и сейчас мы ее с вами установим. Все прикрутим. И далее посмотрим, как это все дело будет выглядеть. Два ключика. Тот, значит, ключик я не знаю зачем. Этот маленький понятно зачем. Маленький ключик для того, чтобы откручивать вот эти вот части. Вот эту вот часть. Эту снять можно, да? Прикрутить и к фотоаппарату, короче, другими словами. Ладно, откручиваем, смотрим. Разбирается она, дорогие друзья, на много частей, получается на 4 части, да? Раз, нижняя, 2, 3 и верхняя 4. Вот здесь. Болтики такие прям хорошенькие. Прям хорошенькие болтики под шестигранничек. Ну, сделано прям красиво. Вот верить нет, но красиво. Так, теперь вот так у нас, значит, крепится здесь. И заворачивается вот этим ключиком. Однако ключик на магните, доставать неудобно, видите, так, тут магнитики, и он как раз вот под этот вот болтик. Да, все-таки первый раз я сделал неправильно, а сейчас вот вплотную притянул, вплотную вот к этим местам. Здесь видите такие специальные штучки, куда она упирается. В принципе, все открыто. Видите? Все прекрасно открывается. Все, что нужно, все гнезда без проблем. В том числе и для аудио. Сейчас я открою, посмотрю. Да,
для аудио тоже открывается без всяких помех. Батарея, пожалуйста, тоже без проблем открывается и, ну, если надо, высунется. Слушайте, классная штука. Даже вообще нисколько не пожалел, что я ее купил. Здесь смотрите, сколько всего можно сделать. Под вспышку место тоже открыто. Вообще клево. И сама она по себе клево. Ну и, соответственно, будет предохранять камеру. Сюда я поставлю себе быстросъемный крепеж, для того, чтобы не перекручивается штатива на штатив крепеж, а пользоваться одним быстросъемником. Вот еще их мне надо только купить. И будет все клево вообще. Советую, 1733 рубля. Штука эта стоит. Я думаю, что своих денежек она стоит. Прямо реально стоит. Держать, в принципе, удобно. Вот за эту, вот это место вообще класс. Вот прям теперь держать стало удобнее камеру. Вот прямо удобнее. Вот из-за этой вот штуки пометок удобнее намного. Советую, если вам надо, пожалуйста, приобретайте. Но у меня же видосики сами видели. Даже на циферблат уже стали лучше. Все, спасибо за внимание. Всего доброго. И до новых встреч.